Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, мы вместе с генеральным конструктором закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолием Эдуардовичем Юницким находимся в экотехнопарке SkyWay. Здесь сегодня большая делегация наших сторонников, наших партнеров. Здесь сегодня... Наших инвесторов. Да, правильно. Благодарю за исправление. Собственно, хозяев. Они же владеют этим всем. Все верно. Также здесь есть группа адекватных журналистов. Есть еще такие. Не перевелись еще адекватные журналисты все-таки на земле белорусской. Ну и, я думаю, Анатолий Эдуардович нам расскажет все-таки, что же происходит в экотехнопарке SkyWay. Ведь не все только в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот давайте с этого и начнем. Это опоры, которые рассчитаны на нагрузку больше 100 тонн, потому что здесь пройдет трасса уже в новых стандартах, в тех стандартах, с которыми мы будем работать в Эмиратах. Здесь изменится колея, изменятся нагрузки, потому что очень много заказов потенциальных на перевозку контейнеров. И морских, в том числе и 40-футовых, которые весят до 35 тонн. Поэтому машина с контейнером будет весить где-то 50 тонн. Поэтому мы сделаем здесь трассу, где, причем она два в одном будет, ферма, но она другая будет, не такая, как эта, под которой мы идем сейчас. И сверху может ехать транспорт и снизу, то есть навесной и подвесной. При этом может быть тяжелые грузовые машины, допустим, вести контейнер весом 35 тонн, и может быть тяжелая пассажирская машина, поезд, который везет 200-300 пассажиров. И поэтому они могут встретиться на опоре оба, и, естественно, опора должна нести эту нагрузку, поэтому достаточно мощная, тоже именно легкая, ажурная, видите, даже такие ассоциации. Потому что она действительно красивая и простая, она простая в изготовлении и недорогая. Это цельнометаллические опоры, правильно? Да, сварной двутавр. Это просто делается любой формы. Мы сейчас подходим к анкерной опоре, которая будет станцией, где можно будет сесть и в пассажирские модули, в том числе поезда, и грузовые, где тоже могут останавливаться контейнеровозы, юниконты. И здесь дорога более мощная, и поэтому нагрузки на анкернопоры, естественно, более серьезные. Здесь где-то до 1500 тонн, ну, примерно, да, будет газотанной нагрузки. Ну, с учетом температуры. Здесь будет рельс, как положено, головка рельса. Там этого не было, мы там исследовали другое. Какая твердая сталь нужна, как влияют миконеровности, как влияет штвановой шов, и, казалось, даже на основном шве, хотя там нет зазора, появляется стук. Вот представляете, вот рельс, где нет сварки, нет зазоров, и все это непрерывно идет. И сейчас будет это показано. В том числе для машин весом вот 50 тонн. И поэтому здесь будет работаны ряд технологических вопросов, которые мы не смогли сделать вот на предыдущих трассах. Поэтому надо понимать, что мы еще во многом венчур, что мы здесь ведем отработку технологии. Это не те проекты, не те решения в комплексе, которые пойдут на рынок. Потому что без совершенствования постоянного рынок нельзя завоевать. Так самое главное, на самом деле, не успехи для меня, как инженера и конструктора, генерального конструктора, не успехи, а недостатки, которые я вижу и знаю, как их устранить. Это главное, на самом деле. И тот, кто не имеет этого, никогда нас не нагонит. Никогда. Поэтому, да, у нас есть постукивание, мы знаем почему. У нас шумы, мы знаем почему. Понимаете, у нас еще какие-то места, планы схода страдают, мы знаем почему. А другие-то этого не знают. И пусть попробуют повторить. И поэтому модели следующие будут другими. Я не могу все рассказывать. Это будет другое. А в Эмиратах будет совсем третье. То, что мы здесь получим опыт, знания. И туда пойдет то, что действительно устроит заказчика
и любую страну, все человечество. Поэтому мы придем в любую страну, придем на каждый континент с оптимальными решениями, которые мы здесь оптимизировали. Благодаря инвесторам, его часть инвесторов, где-то 390 человек здесь, да? Я так подумал, ну это же где-то меньше 0,1%. Это маленькая часть, да, нашей армии инвесторов. Только благодаря им мы это делаем. Очень многие поняли уже, что мы выросли и хотели, чтобы это не было дальнейшего развития, а наоборот. И поэтому новая стадия борьбы наступила. Поэтому я вынужден был даже обратиться с открытым письмом к президенту. Я хочу найти поддержку у своих сторонников, единомышленников и инвесторов, которые, собственно, и владеют этим, не я. Я один из инвесторов, один из акционеров, это, а не хозяин. Да? Все наши инвесторы хозяева. Так защищайте свое. Тем не менее, Анатолий Эдуардович, все-таки мы движемся к адресным конкретным проектам, мы расширяем производство. Переходим уже от штучного, скажем так, ну, для начала к мелкосерийному, потом к серийному. Расскажите, как обстоит дело со строительством нового производственного корпуса? Да, так это один из корпусов. У нас же еще есть где-то корпуса площадью в 5 раз больше, чем то, что мы видели сегодня. Ну, когда мы ведем, да. Насколько я в курсе, это будет 10 тысяч примерно квадратных метров. На данный момент то, что вводится. Это один из корпусов, который... Ну, уже будет скоро введен в строй, в эксплуатацию. Там будет крупновзловая сборка. Это мы уже спроектировали и построили. Причем очень сжатый срок, где-то за полгода. Потому что надо уже поставлять будут ВАДовские проекты и в Эмираты, в том числе подвижной состав, без обкатки, без испытаний. Ну, нельзя поставлять, потому что могут быть очень серьезные потом проблемы. Да? Поэтому мы строим линию вот эту для обкатки в первую очередь. Той техники, которую будут поставлять за рубеж. И не только в Эмиратах, и в других странах есть. Я пока не буду говорить об этом. Да? Ну, зачем раньше времени говорить? Мы работаем в десятка стран. Но больше всего продвинулись в Эмиратах. Так? И там уже на подходе, ну как на подходе, уже ряд документов подписан. Министр транспорта Эмиратов. На одном из форумов в Абу-Даби, где мы тоже были представлены. Вышел к нашей экспозиции, подошел ко мне, а он, ну, не простой министр, он сын, в общем-то, правителя, по большому счету, так. Подошел ко мне, взял двумя руками мою руку и, глядя мне в глаза, сказал: мы счастливы, что вы пришли к нам. Наш дом – это ваш дом. Понимаете? И здесь, как на родине. Я пригласил президента, говорю: приезжайте к нам, посмотрите, что мы делаем. И делайте сами выводы. Не слушайте своих там чиновников, окружения и так далее. Сами выводы сделайте. Увидев то, что было танковым полигоном. Хорошо, спасибо большое за исчерпывающее, я бы сказал, давно ожидаемое интервью, Анатолий Эдуардович. И обращаюсь ко всем нашим инвесторам, сторонникам нашего проекта, партнерам, говорю. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлением нашего проекта на официальном сайте. Защищайте свои инвестиции. Строй Skyway! По своей планете!